Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео о раскрашенном за месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я в этом месяце, в общем-то, раскрасила по плану, как и положено. Единственное, я не задействовала две раскраски, тоненькие, зимнюю и снежную, потому что как-то, уже новогоднего такого настроения нет, и я что-то подумала, что не очень хочу. А с другой стороны, в феврале, возможно, я их задействую и, может быть, раскрашу по две иллюстрации. Но раскрасила я много, единственное, что в этот раз я не буду показывать все. Я раскрасила, в общем, не покажу я, скорее всего, около 30 иллюстраций, но они не по плану, они раскрашены вне плана, это будет тема для отдельного видео. Вот, я приняла решение, что пока я это показывать не буду. Ладно, давайте приступим. Раскраска, я люблю раскрашивать морских единорогов, это подарок от канала Маринины раскраски, и мы здесь красим вместе с Мариной и Оксаной, ссылка в конечной заставке на каналы девочек. Я, правда, здесь иду сейчас с отставанием на одну иллюстрацию. В этом месяце я раскрасила вот эту. Фон у меня был фломастерами, и я потом их размывала. Звездочки обвела гелевой ручкой из Fix Price. Это маркеры Metallic. Обычно я здесь использую спиртовые маркеры, но в данном случае использовала Metallic, потому что фломастер сильно растекся, и перекрыть можно было только металликом. Вот. Пара звездочек тоже раскрасила металликом, так как мне не понравилось, как растекся фломастер. Вот, а здесь я оставила как есть, ничего не закрашивала, потому что мне понравилось вот этот вот нежный такой эффект. Так что, в следующем месяце, значит, наверстаю. Мне как-то не совсем хотелось здесь раскрашивать, поэтому вот так. Далее «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Здесь мы раскрашиваем по порядку вместе с Оксаной. Я вообще люблю эту раскраску очень. Что-то, знаете, все-таки временами от нее устаешь. Я ее доделывала сегодня. Да, еще так получилось, что, короче. Слава богу, частично я ее успела доработать карандашом, потому что много где я заливала акварелью, но я думаю, что определенно еще ее немножко доработаю карандашом, вот в некоторых моментах, но в целом как-то так, потому что мне раскраска нравится, я и в будущем буду даже просто ее перелистывать, я уже и сейчас ее с удовольствием периодически листаю. Моя новая раскрасочка Каваи из серии «Волшебные миры». И здесь у меня была раскрашена вот эта первая иллюстрация. Раскрашивала маркерами на фоне сухая пастель Мунга. Ну и здесь аутлайнеры из Fix Price. Также из этой серии подарок от Оксаны «Очаровательные ведьмы». В этом месяце я раскрасила вот эту иллюстрацию. Здесь карандаши, по-моему, Браубер Карт, тоже подарок Оксаны. И на фоне перламутровая акварель, немножко аутлайнеров. Ну и просто акварель. Из этой же серии моя новиночка «Великолепные драконы». Тут я раскрасила первую страничку. Раскрашивала ее карандашами, натирала их вот так до блеска. Перламутровая акварель и просто акварель, по-моему, да, «Белые ночи» и «Виста артиста». Также моя новиночка, супер раскраска сказки. И здесь я раскрасила первую иллюстрацию. Раскрашивала
акварелью обычной и перламутровой. В некоторых местах самую-самую малость дорабатывала карандашом, а вот здесь вот еще карандаши, и тут у меня гелевая ручка Краун голубая. А мир вокруг нас из серии «Волшебные раскраски». Тут у меня вот такая иллюстрация. Что-то раскрашивала фломастерами, что-то сухой пастелью. Далее. Снежная принцесса. Все-таки, несмотря на то, что сама по себе раскраска хорошая, ну, очень тяжело она у меня идет. Вот такая вот была сделана иллюстрация. Здесь карандаши, гуашь, акварель. В общем, всего понемногу. Ну и, конечно же, гелевая ручка. Волшебные миры мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Я здесь раскрашивала русалку. По-моему, в этом месяце мы взялись раскрашивать разные иллюстрации, но это тоже совместное раскрашивание. А вот в пейзажах мы тоже вместе с Оксаной красим. И здесь у меня вот это, по-моему, было раскрашено. Но тут мы выбирали именно совместно одну. Далее колортроник, который я и Оксана красили вместе и, в общем-то, закончили в этом месяце неожиданно довольно-таки. Ну, тут я даже уже не вспомню. Много чего было не раскрашено, поэтому я вот так вот просто быстренько еще раз пролистаю. Крашу здесь спиртовыми маркерами, ну, иногда просто фломастерами, брашпенами. Там, где требуется фон, либо акварель, либо сухая пастель. И даже, по-моему, где-то была гуашь. Вот. Вот здесь гуашь использовалась. Ну, в этом месяце я здесь много чего. И вот это пораскрашивала. И это. Я уже рассказывала, что тут некоторые брашпены, то есть спиртовые маркеры, практически в ноль выцвели. Далее Ханна Карлсон «Заколдованный лес. Волшебные истории». Здесь я раскрасила вот эту страничку. Здесь на фоне сухая пастель, также, по-моему, аутлайнеры. Да, я здесь делала трафаретом фон. Трафарет у меня, ну, там, где какой-то текст, и я вот так нанесла для разнообразия. Ну, здесь, наверное, гуашь. А, нет, здесь корректор. Или Берлинга, или из фикс-прайса блокнот, который. Тут вот тоже аутлайнеры и гелевые ручки. А с удовольствием я раскрашиваю здесь. Замечательная просто раскраска. Вот уже, например, да, вы знаете, полуночный маскарад я не очень люблю, но с другой стороны, если ее хоть иногда не раскрашивать, то я не знаю, насколько это дело растянется, или она вообще просто так будет у меня стоять. Не знаю, что не так. Не, ну догадываюсь, что не так. В общем, был раскрашен разворот, и я еще раз убеждаюсь, что разворотами мне красить не очень нравится. Лучше вот по одной страничке, по половинке каждый месяц. Здесь у меня белые ночи с белилами. А тут пастель Мунго, акварель, карандаши. Короче, вот как-то так. Тоже нужно будет проложить. Дивная луна. Здесь я пока иду по порядку, и у меня раскрашена вот эта иллюстрация. Фон акварель.
Ой, гуашь пастельная из вкусвилл, которая то же самое, что, в общем-то, Эрих Краузе, сделана на одном заводе. Те же цвета, может быть, это более нежное, что ли, вот, ну, как-то так. Ну, а это карандаши, по-моему, Брауберкарт. И вот здесь, а, потом сверху я еще перламутровую акварель «Белые ночи» добавляла. Простенько. Но это не любимая раскраска. Любимая у Марии Тролли «В час заката». Вот ее я гораздо больше люблю. Но здесь у меня в этот раз простенькая иллюстрация на черном фоне. Вот такая вот тоже Брауберкарт. Так, быстренько раскрасила. Ну, такие тоже надо красить. Далее снова Ханна Карлсон о «Рассветный час». Здесь я выбрала себе иллюстрацию вот девушки. Я не люблю раскрашивать лица, но раскрасила. Карандаши у меня для кожи были вот эти Intelligent, которые многие тоже брали. Тут аутлайнеры. Здесь Derwent и Крета Color. Ну а тут Брауберкарт. Я лица раскрашиваю так же, как крашусь сама. То есть макияж без макияжа. Следующее — это дневные грезы. Тут как раз у меня получается разворот, который я красила, ну вот, как я люблю, в том месяце и вот в этом месяце. Я себе записала, какие карандаши использовала, чтобы просто потом их достать и спокойно раскрашивать. Но это были брутфунеры квадратные. Джоанна Бэсфорд «Рождественские чудеса». Эту раскраску я, конечно, очень не люблю. Ну, когда-то покупала. Все покупали. И я покупала. Вот. Ну, тут тоже простейшая иллюстрация, максимум, на что меня хватило в раскрасках Джоанны Бэсфорд в одном месяце, в другом месяце. Использовала штабила деко. Виктория Дорофеева «Тайна стихии. Земля и огонь». Этого иллюстратора я очень люблю. Мне нравится этот стиль. И что тут в этом месяце? В этом месяце была раскрашена вот эта иллюстрация. Здесь Мэджики, Фикс Прайс, Кохенур, ну и немножко Берлинга, но которые металлик. Далее «Волшебный город». Виталий Гиберт, это раскраска, которую я в этом месяце начала, лежала она у меня очень-очень долго. Я ее купила у Марины в Инстаграм 1 июня 2020 года и начала 6 января 2022. То есть, представляете, сколько она лежала. В целом она мне нравится, но вот так вот, если бы я ее начала вне годового челленджа раскрасить по максимуму за год, да, начать и раскрасить по максимуму, то, ну, максимум была бы одна иллюстрация. Но так как она у меня с января в этом челлендже, то я ее буду красить и максимально продвигать. Вот такая иллюстрация. Здесь у меня блестки луч, мои любимые, перламутровая акварель, также гуашь. Ну, всего по чуть-чуть. А далее «Миллион новогодних котов» Джона Бигвуда. Я уже даже забыла, что я здесь красила. А здесь у меня, ну, типа такой адвент-календарь, что ли, не знаю, как это назвать. А на фоне у меня синий — это карандаш Кохенур, который химический. А красный был, по-моему, фикс прайс, набор 36 цветов премиум. Ну, а остальное я уж не помню, какие карандаши использовала. Ну вот так вот. Я думала, до Нового года буду это все как-то раскрашивать. Но в итоге
Не, ну вроде я ж это раскрашивала точно. Да. Как-то я засомневалась. А также начала вот эту раскраску, которая у меня появилась в конце декабря. Но начала я ее уже в январе. И раскрасила вот эту иллюстрацию. Она мне очень нравится, как получилось. Раскрашивала просто, наверное, акварелью. Ну да. С удовольствием. Очень легко. Замечательная раскраска. Далее арт-йога номер 6, 17-18 год. И здесь я доделывала варежки, потому что одна была кое-как раскрашена, вторая нет, но я это все наконец-то доделала. Следующее это раскраска антистресс, творческое самовыражение, 6 номер за 17 год. Посмотрим, что тут у меня сделано. Ну а здесь я раскрасила вот эти елочные игрушки, так что у меня за зиму получился такой разворот. Здесь вот блестки, они такие выпуклые, фактурные, фон сухая пастель Мунга. А здесь ручка Краун и аутлайнеры из Фикс Прайс и Брауберкарт, наверное. Волшебный лес единорогов, которую я в этом месяце закончила. Это вот у меня было раскрашено. Ну и вот дальше. Такая вот иллюстрация. Как видите, все блестит, что мне прям очень-очень нравится. Жаль, камера всегда забивает эти блестки. Ну и дальше. Ну я просто ее листала уже. Вот это вот все раскрашено. Простенькая такая отдыхалочка. Далее Рита Берман под лупой. И тут у меня честно, я прям даже уже забываю, что крашу. Вот эта вот иллюстрация. На фоне, скорее всего, гуашь. Здесь вот эти вот блесточки, также аутлайнеры, карандаши, я не помню, какие были. А раскраску эту очень люблю. От бумаги я не в восторге здесь. Она очень странненькая, но зато сами иллюстрации просто чудесные. Спасибо за подарок Оксане. А «Мороз и солнце» Ксении Громовой. Тут у меня были раскрашены вот такие снеговики. Тоже все довольно просто. Раскраску я эту не очень люблю, я ее покупала на складе. Ну, как бы она мне вроде как нравится, но не так, чтобы ее прям запоем раскрашивать. Модные раскраски для девочек всех возрастов 17-18 год номер 6. Здесь вот эта иллюстрация была сделана. Далее идут геоморфозы. Мы ее раскрашиваем вместе с Оксаной. И в этом месяце мы ее закончили. Вот. Была раскрашена, получается, вот эта иллюстрация вроде как. Но я ее пролистывала, поэтому смысла тут нет. Да, вот это была. Ну, как нарисовано, так, собственно, и раскрашено. Кому интересно, можете посмотреть видео с законченной раскраской. А далее тоже «Хрупкий мир» Кербера Занеса. Люблю и этого иллюстратора, и эту раскраску. И совушки, или что там, как они назывались, я уж не помню. Я вообще, честно, не смотрела, не гуглила и даже не читала с обратной стороны. В общем, вот так раскрасила. Здесь у меня мэджики, только я не... А, наверное, это мэджик Кахануровский. Здесь я не помню, что какие карандаши были. Ну, в общем, вот так.
Я довольна, как все получилось. Следующее это раскраска по номерам. Тоже люблю ее задействовать. Собственно, взяла свой блокнотик, куда я записываю, что крашу не по плану, потому что не помню одну или несколько. А, здесь было три иллюстрации. Сейчас покажу, что именно. Ну, во-первых, вот такая иллюстрация. Потом, потом еще вот эта зверюга. И еще вот эта иллюстрация была раскрашена. Здесь почему-то закладки нет. Далее удивительные животные. Тут я пока иду по порядку и раскрасила вот эту иллюстрацию, хотя там у меня еще, по-моему, одна или две раскрашены, так как я, ну, хотелось мне что-то там еще раскрасить, а так в основном по порядку иду. Хорошая раскраска. Северная красота. Ее я тоже очень люблю. Прекрасное издание. И тут у меня вот такая иллюстрация. Я ее раскрашивала дервентами, насколько я помню. Котики. Мурмур-терапия. Эта иллюстрация мне очень нравится, как получилось. Вот как я ее себе представляла, так я ее и раскрасила. Здесь по контуру гелевая ручка Pentel дуохромная. Ну, здесь акварель перламутровая и здесь вот карандаши. Это прям вот удалось полностью передать все оттенки, которые я себе представляла. А Хюгге. Хюгге у меня вот эта иллюстрация. Здесь я обводила корректором ручкой и сухая пастель. Я специально, целенаправленно сейчас захожу пастелью на края иллюстрации раскрашенной. Мне так нравится. Я поняла, что это прям такой хороший эффект. Ну, с обратной стороны, в общем-то, все в порядке, ничего не протекло, при этом корректор стал, как видите, немножечко такого, ну, окрасился, в общем. Это тоже хорошо. Собственно, это все, что я вам хотела показать. Но помимо этого было раскрашено гораздо больше. Но я об этом позже сниму отдельное видео. А это видео буду завершать, и если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте заходить в Инстаграм три семерки рыжие, три восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии, которая будет доставлять вам радость. А еще, несмотря на то, что я абсолютно нерелигиозный человек, все-таки хочу вам пожелать помнить заповеди и в том числе одну из них «Не укради». До скорой встречи! Всем пока-пока!